Привет, друзья! На днях получил посылку от нашего спонсора, от компании FNIRSI. Значит, прислали мне вот такой замечательный USB-тестер, очень полезная в хозяйстве вещь. И вот такой классный бесконтактный индикатор напряжения, тоже очень полезная в хозяйстве вещь. И есть здесь очень интересная фишка, которую китайцы передрали у меня. Так, ну давайте все по порядку. Давайте сначала вставим питание, вот такие батареечки. Их нужно две штуки. Вот одна и вот еще одна. Вставили, закрутили. И прибор готов к работе. Значит, что им можно проверить? Можно проверить наличие напряжения от 12 до 1000 вольт. Ну, насчет 12 я сомневаюсь. Ну, а насчет 1000, да, если стать с этим прибором под линию электропередач, то, я думаю, будет сигнализировать очень неплохо. Так, давайте посмотрим. Значит, здесь имеется раз, два, три кнопочки. Включаем вот это и вот. Чик. Нажали, удержали, и вот оно включилось. Здесь такой беленький индикаторчик. Прибор готов к работе. Значит, здесь у нас электричество. 220. Давайте попробуем воткнем. Вот здесь у нас фаза. А здесь у нас 0. Здесь у нас провод под напряжением. Нормальненько. Можно повысить чувствительность. Нажать вот эту кнопочку. Вот она позеленела сразу. Давайте поближе покажу. И оно уже чего-то там сигнализирует. Очевидно, камера под напряжение. Так, давайте посмотрим. Да, расстояние намного больше. Где-то около метра. Давайте переключимся, чтобы он зря не терроризировал. И приколы, насчет приколов. Значит, короткое нажатие, фонарик. Фонарик довольно-таки яркий. И в темноте виден луч на расстоянии где-то 2 метров. Вот, и короткое нажатие отключаем. И прибамбас, который передрали у меня. Нажали, удержали, и вот он. Так, а он чего-то не включился. Нажали, удержали. Дольше надо удержать. Лазер. Лазерная указка. Очень полезная вещь. А, точно такой же прибамбас когда-то я сделал на одной из своих прозвонок. Точнее, делал на многих прозвонках, но осталось с лазером только вот это. Вот, значит, здесь у нас кнопочка, нажимаем, вот он лазер. Очень полезно. И кнопочка, нажимаем, подсветочка. Обзор этой прозвоночки можно посмотреть вот здесь, по ссылочке. Значит, здесь у меня кнопочка с фиксацией. Включился фонарик. А здесь та же кнопочка, но без фиксации. Ее нужно придерживать. И когда фонарь включен, сигнализатор. Потому что днем не видно. И чтобы не оставлять на заказе, он постоянно о себе напоминает. Вот так. Вот такая красота. Так, поехали дальше. Давайте посмотрим. Давайте проверим. Вот он уже погас. Давайте посмотрим. Можно ли найти провод под штукатуркой? А розетка киевская. Сейчас мы определим, где фаза. Здесь фазы нет. Здесь фаза есть. Вот этот черный провод идет к моему токарному станочку. Если сделать более чувствительным. Ну, а где-то чуть больше полметра. С такой чувствительностью проводку мы не найдем. Давайте мы уменьшим. Вот где-то так оно и пошло.
И где-то отсюда оно пошло накось. Ну-ка себе фонарик. Фонарик светит более-менее. И лазер очень даже неплохо. Аварийное освещение. А здесь у нас счетчик. Тестер работает отлично, сами видели. И сейчас мы посмотрим, что же там внутри. Возьмем отверточку. Кажись, саморезик. Да, саморез. Вот это вот снимем. Открываем то. Вынимаем то. Значит, здесь вот такие накладочки. Одна. Еще одна. Здесь у нас платка. Спикерчик. Здесь у нас лазерчик, подсветочка и щуп. А вот как-то так. Плату вынимать не буду. Это мы вставим вот здесь. Это вставим вот здесь, а вот это вставим здесь. Закрутим саморезик. Клипса. Батарейки. Колпачочек. Прикрутили и смотрим, не остались ли лишние детали. Не остались, значит, будет работать. Значит, все в порядке. Нажимаем красную кнопку. Индикатор включился, значит, порядок, значит, будет работать. Фонарик работает. Лазер также работает. Я думаю, все остальное также работает. Вот такой классный индикаторчик. Большое спасибо компании Фнирси за отличный подарок. А на сегодня все. Всем спасибо. Ставим пальцы. Ссылочка будет в описании под этим видео. И всем пока.